Ох, темно. Так, Да. мы в какую сторону шли? Сюда идем. Так, у меня есть кролик. Не геккон. О, не геккон, а это. Но мне кажется, кролик круче. О, слушай, я нашел нос корабля. О, из самолета. Вижу. Где ты его Пойдем. видишь? Вон, пойдем, беги за мной. Что, я ни хрена не вижу. Вот там вот впереди. И случайно обратил внимание, что там что-то белое. Забей их пока на кроликов. Пошли так это аккуратненько. Смешно ты идешь. Как будто тебе страшно. Блять, а мне сука нихуя не страшно, да? Ну я бы тут не. Я бы в самолете остался ночевать. Забаррикадировался где-нибудь в туалете и спал бы там. А уж на вот. А, вот, вижу самолет. Нос. Самое главное теперь, блядь, не утонуть нахуй. Да не, ну я думаю. Плавать умеет. Твою мать, меня так не пугай. А что, это было громко? Я слышал это. Ой, да. Что это? А, это в лужу мы наступили. Да, вода, да. Меня он уже хочет пить, блядь. А эта капелька должна быть синей или не синей? Синий, насколько я понял. Она у меня уже наполовину. У меня полная синяя. У меня почему-то уже наполовину. Окей, как пить? По идее, содовая должна быть. А сейчас почему-то ее нету. Но он из реки же должен как-то пить. Опа, световая ракетница подобрал. Какие-то платы. И все, и пиздец. Больше нихуя нету. Я, блин, забраться не могу. Я сам еле сюда как-то забрался, блядь. Так, ну здесь еще печаль-то. А, нет, он еще одна плата. Все. Я теперь выбраться не могу. Ну я да, вот отсюда тоже запрыгивал. Так, стой. Притормози. Блять, в прошлый раз нахуй как-то обмен был, блядь. С тобой. Так. У меня показывает, что он замерзает. Ему огонь нужен, костер. Костер. Я хомох, вот куда бы здесь пойти-то, где бы здесь пристроиться? Ну, надо. Хангриф. Я уже голодный, блядь. Я уже это. Кирюх, смотри. Что у меня в руке есть? Ща. Эть. О. О, я могу взять. Я у тебя спер. Так. О, это. Это я нашел. Так, у тебя содовых случайно нету, не? Это странно, такие сейчас движения делать, я скажу. Это что у тебя такое? Без понятия, только что скрафтил. Может, для набора воды? Попробуй это. На мешок похож. Пуч. Ну, похож на мешок. Иконка тоже похож на мешок. О, я как ты скрафтил-то? У меня шкурка кроликов была. А-а-а. Блин, я не понимаю. Машуль, что такое пуч? Это мешок какой-то или что?
что это? Я сказал, хуй его знает. Понятно. Я не знаю, что с ним делать. Так, еще раз. Да, палочки есть? Нет. А камушки? Да, есть. Вон, ты можешь доделать то, что я тут ставлю? Мани говорит, это мешок. Доделал. Вот нам теперь не холодно. Скорее. Надо как-то пожарить наших. О, С. Так, а как понять, что он приготовился? Здесь можно пережарить, интересно? Конечно, это можно. Я вот у дызишки жарил фасоль в банках. Я кинул кролика. Я тоже кинул. Но я вижу только одну тушку. Я тоже. О, наверное, ждем. Ой. А? Я что-то вытащил. А, я поел. А где твоя тушка кролика? Ну, моя лежит у меня вот здесь. Смотрю, у меня лежит. А у меня нет. Короче, она у меня почему-то чернеть начала резко, я ее вытащил. Ага, у меня тоже уже есть, типа, скушать. Оп, и сразу полный желудок. Угу. Так, осталось как-то с водичкой разобрать. Надо понять, что с этим мешком делать. Попробовал руку взять, попробуй там к воде подойти. Пробовал. Знаешь, у меня такое ощущение, что нужно водопад найти, чтобы воды набрать. Ну это странно. Кстати, если я лицом смотрю в воду, ну вот на себя норм, а лицом я захлебываюсь. Ну, кстати, у меня воды меньше хочет теперь. О! Короче, опусти морду в лицо, и у тебя капелька вниз пойдет. Молодец. Вниз или вверх? А нет, у меня она уменьшается. Уменьшается? Ну, чуть-чуть уменьшилась. Но больше не хочет. Буквально на чуть-чуть. На одну треть. Хрен поймешь. Что с мешком с этим делать? Да, тут нужно убить. Черепаху хочу убить, блядь. Убил. Да ни хрена, я ее пытаюсь, она голову высовывает, тварь. А у меня она пропала. Пропала? Ну, я ее видел, а теперь ее нет. Там что-то есть это, блядь. Нужно ночь как-то переждать. Ночью бегать по лесу я не хочу. Да, и поймают, изнасилуют. Да, ты их и не увидишь, блядь. Тут в наушниках нужно сидеть. О, слушать. Что происходит. Вот теперь я ее убил. Так, что-то там было с книжкой с панцирем. Блин, а вот рюкзак, что-нибудь интересное можно сделать? Это, по идее, мы все в рюкзаке носим. О, я нашел Water Collector. Мне нужно 4 палки собрать. Ой, я могу лук сделать, но мне нужно не хватает тряпочек. Так, Кирюх, ты куда-то далеко убежал? Не, я рядом стою. С костром, вот он. Смотри. Там с факелом кто-то идет.
Вижу. Это пойдем пиздеть. Нам люлей дадут. Мне кажется, что он там один. Знать бы, как зажигалку потушить. Да, это как напрягает, согласен. Ну смотри, он походу... Ну что, пойдем сбегаем, хули нам вернуться. Ага, справа полоска это энергия. Mm-hmm. Поскольку мы долго можем бегать, это... Ну да, здесь есть полоски. Какой-то у него довольно яркий факел, я скажу. Как будто фонарик, я бы сказал. Ага. Ой, я себе, блядь. Устал, что ли? Да. О, а теперь мы его точно убили. Да. Прикольная хуйнюшка, мне нравится уже. Мы дикари какие-то. Так, палка. А, дерево падает. Палка, палка, палка. Палка. Дерево срубили, да? Опа, бежит, сука. Хуя себе там проскакал он. Бур-бур-бур-бур-бур убежал, блядь. Пошли обратно. Сейчас я тут палок собираю. Я тоже чуть-чуть подсобрал. Сейчас лук надо сделать. А, тряпье все, по-моему, там возле хвоста было. Ну, у меня веревка есть, мне осталось только палка. А, ну да, еще парочку тряпешек. О, бревна, слышь, Кирюх, нам нужно бревна, нужно найти местечко, где можно построить дом. Слушай, Мази, может где-нибудь здесь, на берегу? Ну да, можно здесь. Так, где бы? Еще бы знать, насколько большая карта. О-хо-хо-хо, вот это да. Мало ли, может тут есть офигенно красивые места. Ну для этого нужно, знаешь, хоть где-то обезопаситься, Кирюх. Ну да, потом для начала разведуть. Find some water. Так, я что-то из-за воды, походу, теряю. А, вся синенькая штучка должна быть заполнена. Капелька. Да, а ты что думал? Это у меня обезвоживание началось. Окей. Давай найдем более ровное место, вон там вот, поровней. Дом строить на склоне не очень, наверное, удобно. Ну так-то да. Надо тебе... Блять, у нас, походу, дело сзади кто-то, блядь. Да? Не вижу. Я просто звук слышал какой-то. Ну, вот так, здесь... сейчас, сек. Давай посмотрим, что тут можно построить. Сейчас я наверх поднимусь, гляну. О, слышь, Кирюх? Ау. А, все, нет. Ох ты ж, ни хрена себе. Чего ты там? Да тут огромная яма, дырка. Но я не могу вниз посмотреть. Ага. Кратер такой нихуевенький. Блять, я подыхать начинаю. От чего, от воды? Да, походу, от того, что воды нету. Так, ну, короче, дропаю здесь. Да вот вода. Так. Сейчас, Кирюх, сек. И давай. Кирюх, вот сюда что-нибудь можешь налить? То есть мне нужен дождь.
То есть это вот для сбора воды. Хуйня. Она только от дождя собирается, насколько я понял. Я голодный. Это как-то да, реально, я что-то без содовой, без нихуя остался. У тебя содовая есть, Кирюх? Открой инвентарь, пожалуйста. Нету. Блять. В прошлый раз я начинал, там у меня и пиздец было. Find clear water to drink. У нас есть учебник. Так, ну вот. Water collector. Я нашел его. Я его сделал. Плот можно сделать. Так, мы где-то здесь бревна скинули, да? Угу. На 82 бревна нафиг. Блин, надо еще костер сделать, потому что я хочу жрать. О, надо еще бревна. Да, нахуя надо. Из-за того, что я тоже хочу жрать, блять. Я бы на самом деле с самого начала начал. Нам нужно это. Приблизительно понял, но все равно это нужно делать всего для реки. Точнее, нужно сначала хотя бы понять, как, блять, воды бы набрать. Изначально содовый был это хуя у меня, ну, в прошлый раз. Сейчас что-то вообще нифига не это. Но в идеале. Блять, я сейчас еще и сдохну от голодухи, блять. Блин, вот у меня здесь... В крафте можно сделать стрелы. Окей, ну я ни хрена не понимаю. Я, конечно, как вариант могу сдохнуть. Блять, найду ли я потом тебя? Не, ну просто крикеты я выбегу. Да я сам сейчас скоро подохну. Так, а как ты костер делал? Костер. Ищи костер и там будет поставить его. Крафтить. А что для этого надо? Ну вот сначала нажми на картинку костра, и он тебе предложит. Картинку костра. Это где такая? Только два бревна с одного такого большого дерева. А, нет. 4. 5. Так, ну видишь, что самое интересное, у тебя есть мешок для сбора, по идее, воды. В теории. Ну окей, вот я его взял в руку. Хожу к воде. Ну, даже поглубже где. Мышки не работают.
Блин, я сейчас помру. Такая же хуйня. У меня закончилась еда. Ладно. Берем топорик. И пока не помер, делаем эту хатку. Да. Я уже бегать даже. А все, я уже даже без сил тоже. А что я дерево не могу рубить? Ага. Все, у меня уже сил нету. И гигончика не съесть. Которого ты мне честно спиздил. Ну и ты у меня кролика взял. Блять, еще один идет, короче, сейчас мы сюда сдохнем. Ну отойди пока. А все, он бежит сюда. Козлина. Нет, убегает. Короче, Кирюх, давай здесь вот подохнем. Я прям вот на камне сейчас буду подыхать. Хоть гайды открывай. Ну так-то да. Ща, ладно, открою. Не, ну в принципе тут разобраться можно. С вами тоже интересно разбираться. Не, ну это да. Да я не понял, как ты костер сделал. Где ты увидел иконку костра? Блять, нажимаешь бы книжку. А, через книжку? Блять, а ты хули думал? А, вот оно в чем. Можно большой костер создать из 5 бревен, 10 палок, 20 листьев. Так, окей. Ну давайте вот здесь. Уйди от меня, говнат кусок. Это для сбора хвороста. Он идет. Ага, я вижу. Я опять убежал. Блять, ну мы так и не подыхаем, мы на один удар. Ага. Нет, не подходи пока к нему. Так, мне нужно еще пару камней. Сыкуй, он бегает рядом. Педобир, блин. Ага, вот за костра мы восстанавливаем жизнь, слышишь, Кирюх? По чуть-чуть. Угу. О, попробуй меня резнуть. Можешь? Нет, ничего не появляется. А сейчас? Нет. Так. Помер? Ну да, пришлось резнуть сейчас. Я резнулся на этом. Да, ты тоже сдох, я смотрю, да? Нет еще. У меня показана твоя черепушка уже. Прикольно, но я еще живой. Или то, что ты при смерти типа. Ну вот, наверное, скорее. А, ну короче, смотри, то есть, в принципе, потеряться тут. Ну, я вижу твой ник, да. Ой. Мне сейчас как индейцы тут это заверещали, блядь. Так. Так, а костер потушить можно? Хазана, возможно, как зажигалка, хуй это. Ну вот у меня листочек тут, но я в прошлый раз нажал, а он еще больше вспыхнул. Ну да. Окей. Блять, я вижу, сука, бежит снизу. Надо понять, как пить. Надо понять, да, как воду доставать. Ох, ни хрена себе, ты улетела. Бешеное бревно. А, ты срубил еще, да? Да. Так, я не понял. Взяли. Воткнули.
Так, а вот я водопадик нашел. Зелье. Да, я нашел где пить перюх. Да? Да. Так. Ой, я не могу к тебе подойти. Столько в обход. Слушай, а у нас никак не отмечается, где у нас дом? А, ну сейчас у нас пока там как молоточек висит, недостроенный. А, там, а ты его видишь? Да. Окей, тогда я бегу к тебе. Блин. Камни, камни. Гребаные камни. Ну так же, вдоль берега, короче, беги. Угу. Я тут слегка через горы. Да вот и думаю, стоит ли бежать. Ой. А за мной кто-то несется. Я слышу чей-то топот со спиной. Твою налево. Сраный неандерталец передо мной. Окей, мы через горы. Чё нам терять-то? Блять, я тоже неандертальца вижу. Фак. Ох, не навернуться бы отсюда. Кстати, а с высоты тут не пробовал нырять? Нет. Кирюх, я тут заходил, играл всего 5 минут, блядь. Окей. Я около тебя где? Ты не возле меня, тебя не вижу. Ну, я над тобой. А, вижу водопад. Так, я отсюда упаду и сломаюсь что-нибудь. Блядь, если духу я уже, Кирюх, давай корещи. Ну, около меня два неандертальца. Видишь, я, сука, без топора. Это, в общем, болючий. Он отбегает. Да, иди пей. Опа, теперь их двое. Иди пей, говорю. Иду, иду. Так, чё, как пить-то? Ты, блядь, подходишь, там губы, вот, блядь, у меня прямо вот губы горели. Вот, прямо вот здесь, видишь? А, да, есть. И попробуй мешочек потом взять. Угу. Блять, они нас окружают, Кирюх. Ща, мешочек, быстренько. Собирается? Нет. Поелый мешочек, чё могу сказать. Пошли. Пошли к дому. Тут вот тушка валяется. Я ее подобрать не могу, у меня места уже нет. А, я подобрал. Давай в обход. Ты где? Я вдоль берега побежал. А. Их там уже штуки 4 или 5, что-то около того. Ага. Блин, там я реально дохуя. Я устал. Ой, ёпта. У меня перс устал. Так, ладно, нам, в принципе, только дождя дождаться. Так, надо чуть-чуть добыть кроликов каких-нибудь. Так, ну я 4 гекконов, 3-4. Ну и у меня один. О, кролик. Так. Костер самолета потух. Угу. Я слышу какие-то странные, сука. Мне по голове дали. Блять, плохо. Сзади подбежал, а я еще и бегать не могу. Да иди ты нах. Я тебе. На них надо смотреть, они тогда сцикуют. Угу. Ну, блядь, тогда они толпой будут упираться. Ой, я тебе сейчас вот на тебя по руке, зараза. Получил. Ага. Ну все, мне звездец. Так, ты где там? Да вдоль берега тоже. Вижу, вижу, вижу. Дай. Есть, я ему зуб выбил. Бегай вокруг них, они так тупят немножечко.
Блять, их трое. Меня убили. Ну слушай, а он с плэшем бьет. И меня тоже, кстати, убили. Сейчас вместе побежим. А, слушай, забавно. Все, мы нашли, где воду брать. Прожили один день. Да. Я негр. О, да-да-да. Кстати, я тоже. Это уже. Слушай, повернись. Ко мне. Так, и на этот раз у нас ни топора. Они возле наших трупов лежат. Нам трупы подобрать надо своей.